Друзья, всем привет! С вами Светлана Кейк. Сегодня я делаю торт на пижамную вечеринку. Я оформила торт крем-чизом, обтяжка. Сейчас я его покрою аэрографом. Сделала вот такие топперы. И вам покажу, как сделать леденцы облака и маршмеллоу подушки. Торт я уже окрасила. Сейчас установим декор, то, что у меня сделанный, и займемся приготовлением маршмеллоу и леденцов. Все элементы из мастики я изолирую какао-маслом, иначе мастика начнет таять. Перед тем, как делать маршмеллоу, сначала подготовим поверхность, на которую будем их отсаживать. Я смазываю силиконовый коврик растительным маслом без запаха. Желатин замачиваем холодной водой. В сахар добавляем воду и щепотку ванилина. Затем варим сироп до интенсивного закипания. Когда сироп закипел, на этом этапе подогреваем желатин в микроволновке до жидкого состояния, переливаем в миску и начинаем его взбивать. И потом струйкой начинаем вливать сироп. Добавила щепотку лимонной кислоты и сейчас начинаем вливать в желатин. Как только масса начинает белеть и наматываться на венчик миксера, наше маршмеллоу уже готово. Сейчас быстро перекладываем в корнетик, в мешочек и отсаживаем подушечки. Пока маршмеллоу застывает, сделаем леденцы из изомальта. Первые леденцы сделаю с кандурином перламутр. Немножко добавляю. Ждем, пока изомальт полностью растопится. Изомальт полностью растопился. И после того, как уйдут вот эти крупные пузырьки, подождем, пока осядут меленькие пузырьки, и с ним можно уже работать. Часть леденцов я сделаю обычными, а часть в виде облаков. Льем в одну точку. Можно немножко помочь растекаться, но так, чтобы он получился ровненький. Вставляем шпажку и прокручиваем. Декорировать я буду сахарными бусинами, звездочками. После того, как леденцы застыли, я их устанавливаю на стенд своеобразный из полистирола. Следующие леденцы будут в виде облаков. В растопленный изомальт добавляю белый краситель. Совсем немножко. И голубой прямо на кончике
Прям самую-самую малость. Сейчас немножко за мальц схватится и будем формировать такие волны, изгибы, чтобы больше были похожи на облака. Можно сделать это ложкой. Вот такие симпатичные леденцы получились. Одни перламутровые, другие облака. Маршмеллоу застыли. Теперь на кукурузный крахмал будем формировать подушечки. Я склеила две половинки, обваливаю в крахмале и сейчас металлической вырубкой обрежу края. Немножко поправим ножницами. Припудрю краешки. И вот смотрите, такая подушечка у меня получилась. Весь декор готов, можно устанавливать на торт. Добавлю немножко бусин. Немножко добавлю пищевых блесток, и наш тортик готов. Вот такой симпатичный тортик на пижамную вечеринку у меня получился.
Надеюсь, идея вам пригодится. Всем пока, до скорых встреч!